Повзрослеть, но при этом оставаться в душе ребенком. В областной библиотеке для детей и юношества состоялась творческая встреча с поэтами из Приволжска Ириной Счастневой и Василием Пузыревым. Познакомиться с литераторами родного края пришли ученики 42-й школы города Иваново. Мурка, Мурка, ты не слышишь? За стеной пируют мыши. Ну и что, сказала кошка, подрастут пускай немножко. А вот кот, монолог любимого кота. Я так хозяином любим, мы на одной кровати спим. Он постоянно в мягких тапках, передо мной на задних лапках. Стихи я пишу около 20 лет, начинала со взрослых стихов. В основном это были патриотические, а потом женская тематика очень мне полюбилась. И сама не заметила, как-то попробовала написать стихи для детей. И я так втянулась, что последние 5 лет пишу только детские стихи. Василий Пузырев стал писать для детей, когда в его жизни появилась главная муза – внучка. Стихи, загадки, басни. Литератор любит экспериментировать и искать формы, наиболее интересные для малышей. Ведь каждая строчка должна чему-то научить ребенка. Им интересно в первую очередь про себя, их жизнь. Например, жизнь в школе, как они, их взаимоотношения, как они, например, играют на горке, как играют в снежки, катаются на лыжах, там, на санках, как они любят животных. Вот примерно так. Называется стихотворение «Прививка». Кушать мне нельзя конфет. Почему такой запрет? Все прививка виновата. Врач сказала нам, так надо. И весь класс, не только я, их не ест уже 3 дня. Раньше я их не хотел, а сейчас бы ел да ел. Почему же так, друзья? Хочешь то, чего нельзя. Интерес подрастающего поколения к поэзии не меньше, чем к прозе, рассказывают сотрудники библиотеки. Стихи ребята не только читают, но и пишут. Они стараются сами писать. Вот читают книги, читают стихи, причем с самого младшего возраста. Потом приносят их нашим библиотекарям. Наши мудрые, умные, добрые библиотекари собирают этот материал. Мы оформляем их в альбомы. Детям приятно посмотреть творчество своих друзей. И таким образом получается как бы цепная реакция. И дети начинают писать все больше и больше. Кто знает, может, и эта творческая встреча окажется для кого-то из ребят судьбоносной. И складывать рифмы, и, как писал великий Пушкин, глаголом «жечь сердца людей» станет их профессией. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.